Нарешті не треба цілими днями сидіти за підручниками. Екзамени всі складені і взагалі настала пора відпусток. Сонечко припікає і так і шепоче – час на море. До того ще й отримали безвіз. Чи планують миколаївці підкорювати за кордон і чи знають традиції інших країн? Після отримання такого довгоочікуваного безвізу, чи плануєте поїхати до якоїсь країни? Ну, хотілося б. А до якої саме? Ну, мечта завжди була в Германію попасти. Так, звичайно, об'їхати весь Євросоюз. А чи знайомі з традиціями інших країн? Чим вони відрізняються від наших? Будемо поступово ознайомлюватись. А ось після отримання безвізу, чи плануєте до іншої країни поїхати? Якщо б були гроші на готель, на те, щоб обратний білет купити, і на відпочинок, звісно, і на їду, да-да-да. Чехословакія, Єгипет, Турція. Та в нас так буде безвізове Єгипет, Турція. Ну, а чим відрізняється їх традиції від наших? От наших? Чистотою. Гостеприимством. До Турції. А які традиції ви їх знаєте, чим вони відрізняються від наших? Ну, я їх традиції не дуже знаю, проте люблю їх море. Так, да, в Болгарію. А їх традиції чим відрізняються від наших? Не знаю, раніше там не був, тому хочу побувати і узнати їх традиції. Безвіз отримали, але з традиціями і законами європейських країн миколаївці не дуже знайомі. А варто знати, щоб не втрапити у пригоди. Радий представити гостю нашої студії, директор туристичної компанії Оксана Рудинок. У нас в гостях. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, вже безвіз є, нарешті всі раділи, всі дивилися, був таймер зворотнього ліку на телеекранах, по телебаченню. Всі чекали цього моменту і нарешті настав той момент, коли українці можуть безвіз в'їжджати до зони Євросоюзу. Проте залишилося чимало запитань. Основні із них, це, звичайно ж, стосується грошей. Скільки їх треба мати із собою і взагалі, чого не варто робити, щоб, не дай Боже, тебе не пропустили. Якщо говоримо про гроші, то скільки це має бути мінімальна сума і максимальна відповідь? Ну, максимальна сума тут, як би, любой турист, виїжджаючи з України, може розполагати з собою і мати налічними средствами до 10 тисяч євро на чоловіка. То есть скупить всю Европу не получится? Всю Европу не получится. 10 тысяч евро – это без декларации. Угу. Дальше уже декларируется. Угу. Но при въезде в Украину можно ввозить товары на 200 евро. Чуть-чуть вот не увязочка, но тем не менее, если есть чеки… Все нужно там все... съедать, одним словом, выпивать? Нет, почему? Не так все сложно. Можно привезти чеки, вещи, которые куплены более 70 евро. Угу. Они уже, во-первых, на таможне возвращают пошлину. Угу. Это надо тоже знать, потому что люди скупились и возвращают прилично. Поэтому угу. лучше иметь чеки с магазина специально для таможни. Угу. Их выписывают, то есть под пожелание клиента. Угу. И тогда мы получаем на границе возврат таможенной пошлины. Угу. И, или же мы получаем справку на таможне, а уже в Украине получаем вот эту разницу возврата. Да? Да. То есть это, допустим, где-то в среднем от 30% возврат. Угу. То есть нормальная сумма, выгодно. Если это много покупок, по сути? Ну, можно иметь много покупок, но на сумму. Угу. Но все равно самая маленькая вещь, например, один чек может быть не меньше 70 евро. Угу. Тогда уже идет пошлина возврата. Я понял. А если говорим все-таки о деньгах, которые используем и имеем, соответственно, для въезда, для разрешения въезда в Евросоюз, сколько это минимально? Ну, минимально мы как бы боимся озвучивать сумму, потому угу. что немножко людей введем в заблуждение, потому что минимальный тариф только действует на Румынию. Угу. Но вот если мы говорим за Румынию, есть же возможность поехать в Румынию, а с Румынии уже по Европе? Возможность есть, но дело в том, что, вот допустим, в любой другой стране угу. могут остановить и посмотреть, что, ну, то есть полиция имеет право проверить на любом этапе пребывания угу. туриста за рубежом. Поэтому, то есть, если у человека не окажется денег, то может быть не сильно приятно. В принципе, можно. Вы планировали покупаться, будет? Вас депортировали обратно в Украину. Да, может быть. Так что бывает всякое. Но если говорим еще о таких важных аспектах, как, например, страховой полис. Как быть с ним? Стоит ли его покупать? И, возможно, есть случаи, когда и без него все было хорошо. Или... Я всегда все по себе меряю, mm-hmm. как бы так. Значит, смотрите, обычный страховой полис действует на минимальное покрытие. То есть это вызов врача,
скорая помощь и необходимые лекарства, которые вы покупаете по рецепту. Угу. И потом на Украине уже страховая компания возмещает ущерб. Угу. Если в любом случае мы сразу же все покупаем за свои деньги. Да. И оплачиваем все. Есть и другие виды страхования. Я считаю, что это необходимо делать каждому, потому что угу. есть особые случаи. Вот, например, человек аллергией страдает. Угу. Не дай Боже, там какие-то укусы насекомых, может быть, еще что-то. Это в страховой полис никогда не входит. Угу. У меня был случай, у меня комары покусали сильно. До больницы. Поэтому страховой случай не сработал. Угу. Мне пришлось за свой счет все находить и лечиться. Поэтому, угу. то есть, как бы... То есть, не во всех случаях, но в любом случае, вот, например, есть статистика, да, то, что подают официально, то, что в больницах за границей может лечение от 1000 евро быть. В разе зломанной руки придется выкласти до 2000 евро, а якщо під час катання на лижах, наприклад, впасти пошкодити ключицю, це обійдеться у 5000 євро. Тобто, суми вельми такі величезні. Помимо медицинской, помимо, ну, обязательно uh-huh. страховой, потому что страховой по-любому нужен полис, uh-huh. потому что пересекая границу, это одно из требований. Если мы знаем, что мы будем заниматься экстремальным видом спорта. До речі, екстремальний вид спорту, він покривається чи ні? Тому що деяких... Покривається, і я, наприклад, страхую туристів, то завжди uh-huh. вдвойному. Угу. То есть, вот, допустим, у меня человек едет, там, например, на 5 дней, два из них он будет на горнолыжном курорте. Угу. Поэтому вот этих два дня мы делаем двойной тариф. Угу. Для того, чтобы можно покрыть было максимально, потом минимально, да, хотя бы вызвать угу. врача, не дай Боже, положить гипс, так и... Угу. То есть в этом случае, опять-таки, рекомендация нужно покупать страховой полис. Я думаю, полис, что да? нужно, он стоит очень мало, страховой угу. полис. Тем более можно в страховом полисе всегда указать случаи, которых я боюсь. Например, угу. там поломать руку, ногу, там, не дай Боже, там что-то еще. Ну, бывает вот, жизненное вот, счастье, случай. Вот вечно с этой рукой или с ногой, да. Да, конкретный случай. То есть можно 2-3 случая ввести. Угу. Вот, допустим, на недельный отдых, это вы потратите максимум 100 гривен. Угу. Но зато вы будете спать спокойно, знаете, когда зонтик возьмете, дождя не будет. Да, но лучше взять и не портить, пускай погода не портится. До речі, Укрінформ підготував статистику вже стосовно того, скільки українців скористалися безвізом станом на сьогодні. Так от, станом на сьогодні майже 3 тисячі українців скористалися безвізом, із них 70% перетнули кордон на західній ділянці в автомобільних пунктах пропуску, 7% в залізничних пунктах, 23% користувалися послугами авіаційних портів. Тобто, як бачимо, українці активно вже випробовують безвіз на собі, але бувають випадки, коли не пропускають на кордоні. Тому що раніше подача документів, збір документів, він проводився для того, щоб отримати ту візу довгоочікувану, і можна було спокійно перетинати кордон. Зараз же ці всі процеси перенеслися на прикордонні пункти прикордонні, і там є варіант, що тебе або пропустять, або ні. А що може бути головною причиною? Є 5 головних причин, які, угу. допустим, стоїть не нарушати. Це знання закону країни, куди ми їдемо, необхідна сума для тої країни. Тобто, якщо одна країна бере, наприклад, ми в середньому говоримо 50 євро. Угу. Є 45, є 70, є 150. Тобто, в зависимості, яку країну ми будемо, угу. автобусом або автомобілем, ми можемо пересечь границю Польщі, тобто Чехії, угу. там, де мінімальне. Если авиа, мы, например, летим на Тенерифе, там, угу. там 75 евро. То есть уже вот. Побольше. Ну, немножко больше, но, по крайней мере, 2 часа, и вы уже на море забыли о всех проблемах. Тем более, я думаю, что люди, которые едут в такую страну, у них однозначно будет, что приобрести, куда сходить. То есть, куда потратить, наверное, надо даже будет больше. То есть, это минимальный необходимый. Ну, по поводу... Как пересекать границу? Ну, многие люди просто еще не совсем поняли, что безвиз – это только туристическая цель. Угу. Вернули в основном тех, кто хотел поехать просто в гости и решил, например, там на зарубичане, да? Угу. У них там кто-то работает, и, значит, можно в гости. Нельзя в гости, потому что человек этот не имеет гражданства. Для того, чтобы поехать в гости, нужно приглашение было. Угу. То есть у этих людей не было приглашения. Угу. Приглашение, если нет приглашения, то обязательно бронь гостиницы с проплатой. То есть угу. не просто забронировал, как в букинге раньше, угу. а купленная гостиница. Угу. То есть сейчас бронь букинком не подойдет? Да. Ну, я не думаю, что не подойдет, я не могу сказать, потому что это может быть
антиреклама для компании. Но лучше, лучше перестраховаться, иметь, чтобы было уже оплачено. Да, лучше иметь гостиницу уже, ну, потому что если у меня там живут родственники, они не совсем официально. Они, во-первых, не могут дать приглашение, даже если могут, то пусть дают то приглашение. Оно для них ничего не стоит, то есть они там пошли, взяли это приглашение, и я еду в гости спокойно. В таком случае сторона, которая принимающая, например, Франция, да? Ну да. Они требуют от того, кто приглашает, стороны, да, что у них есть где жить, у него будет чем покормить гостя и так далее. То есть он берет на себя эту ответственность уже за человека, которого он приглашает. А, то есть, по сути, вот это основные проблемы, с которыми столкнулись. По незнанию, по сути. Да. Потому что для многих безвиз звучал как просто открытые ворота. Можно спокойно таки ехать. Хочу обрадовать, что туристы, которые путешествовали пакетными турами, проходили очень быстро таможню. То есть, если мы раньше тратили на таможню 3,5-5 часов, в зависимости, как очередь, то сейчас полчаса, и все были за рубежом. Это уже радует. То есть, короче, был переезд. То есть, облегчение все-таки это есть. Да. Ну и, конечно же, по поводу биометрического паспорта, который тоже очень важен, как его оформлять и на что стоит обращать внимание, если это для ребенка оформляем и, соответственно, для взрослого человека же. Дело в том, что для ребенка и для взрослого это уже взрослый паспорт. Просто взрослый действует 10 лет, а детский действует 4 года. Ну, оформлять в паспортных столах, где обычно оформляли туристы, потому что к нам приходят уже с паспортами. Да, никаких особенностей на сегодняшний день нет, возможно, проблем с этим. Ну, в паспортном столе, слышала, есть очереди, поэтому туристы иногда свое время посещения страны переносят на более позднее, потому что не успевают сделать паспорт. Но у тех, кто имеет паспорт, можно просто делать визу і все. А для тих, до речі, хто зараз дивиться, все ж таки зацікавлений тим, щоб зробити собі біометричний паспорт, бо його ще немає. Для дорослих громадян, які вже 18+, скажімо так, все, що необхідно, це паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер фізичної особи і раніше видані закордонні паспорти чи проїзні документи дитині, якщо ви будете планувати із дитиною поїздку. Ну і, звичайно ж, не забуваємо про те, що паспорт можете, який у вас був, залишити при собі або назавжди, або ще треба його віддати. Тобто це вже не обов'язково. Діти, це взрослих фотографують на місці, а діти, які до 12 років, фотографію. Тому на це зважайте, і фотографія обов'язково має бути матовою, не глянцевою, для того, щоб не відзеркалювала під час і повторного перефотографування. Ось такі умови, насправді, все абсолютно легко. Найголовніше – готуватися до переїзду, точніше, до поїздки своєї завчасно. Ну і, звичайно ж, спілкуватися з експертами, такими, як наша онкологиня. Вам дякую за те, що завітали до нашої студії.